Всем привет! Очередные пустые баночки. Итак, первое это Рексона, нежно и сочно. Вот этот мне дезодорант, он вот сейчас вообще отголоски аромата, в общем-то, он мне больше всех понравился. В плане из Рексона, вот, хоть он и чуть-чуть дороже, чем их обычная линейка, но он не оставляет вот этого, знаете, белого налета в складочках подмышки. Ну, если так можно это назвать. В общем-то, он вот реально работает классно. Так вот, у меня тут какая-то фигня. Пойду. В общем, я тут замешивала тоже что-то свое. Закончила очередную маску от Эвелин. Ну, я надеюсь, моим постоянным зрителям не стоит напоминать, что я покупаю все оптом, поэтому у меня другая теперь в использовании. Итак, девочки, вот такое вот средство, то, что надо, в Окей покупала. Ну, не то, что бюджетное, а безумно бюджетное. Я могу сказать, что если вы ленитесь мыть спонжи, то вы можете просто налить, ну, какую-то жидкость, емкость, какую-то, ну, вот такую какую-нибудь тару, добавить этого средства, опустить туда спонж, предварительно его намылив чем-то другим или вот этим средством, ну, воду с этим средством, и я не знаю, каким образом, но может потому, что это средство для мытья посуды, оно просто растворяет жир. Я не знаю, как это действует, спонжи просто идеально чистые. Так что рекомендую, стоит безумные копейки, ну, прям реально какие-то копейки. А результат отличный. Это одно из средств, которое я вам показывала давным-давно. Мицеллярная вода, с которой я еще когда-то снимала этикетки. В общем, закончилась. Также вот такие вот скрабы, которые в Пятерочке и везде продаются. Но в основном я их беру в Пятерочке, там они по акции часто бывают. Тут небольшой объем, как вы видите, даже палец не пролазит на пару раз. Как раз отлично, чтобы брать с собой. Эта банка, кстати, это маска, тоже когда-то сдирала этикетки. Маска для волос. Также закончился гель для душа Palmolive. Вот, кстати, Palmolive почему-то меня последнее время стал удивлять в плане мыла и в плане геля для душа. Безумно-безумно пахнут. Также закончила вот такой вот крем. У меня их много. Буду резать и другие. От Эвелин. Кстати, больше я вот такие бюджетные крема от высыпаний вообще ничего не буду такого подобного покупать. Хотя он не от высыпаний был. Это скраб у меня для тела, который безумно приятно пах, но не было в нем заявленного эффекта, чтобы светилось тело. Очередной мой такой вот, скажем так, сменный блок от бархатных ручек. Я, кстати, им вот так вот не пользовалась. Я вот раскручивала вот эту упаковку. Ой, классно. Полилось все на меня. В общем-то, я выкручивала и переливала в дозатор красивый. Так, это какая-то у меня штучка. Очередной у меня вот такой вот продукт. Еще один остался, в общем-то, закончился. К сожалению, всего лишь одна маска для лица. Еще какой-то вот эта упаковочка. В общем, не так много пустых баночек, но они есть. Я этому безумно рада. Я каждой пустой баночке рада, потому что то количество баночек, которые я приношу, несоразмерно с теми, которые я выношу на мусорку. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока.